рождение новой музыки в режиме реального времени. Фестиваль современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки» стартует в Одесской филармонии уже совсем скоро. Фестиваль задуман как непрерывное, цельное, музыкально-театрализованное действие, которое длится на протяжении 48 часов. Композиция-перформанс погружает зрителя в неизведанный мир и раскрывает в нем новые грани восприятия действительности. Вот наш фестиваль тоже, вот он как единое произведение, его нужно слушать целиком, желательно. Если хотите получить целостное впечатление, то нужно зайти и выйти в конце вместе с нами. На сцене Одесской филармонии будут звучать произведения как новых, так и уже известных композиторов. В программе будут концерты памяти Василия Слипака, непревзойденный Пьеро, а также будет звучать музыка памяти Юлии Гомельской. У нас в этом году не только наши участники, фрайбургские перкуссионисты под руководством профессора Бернхарда Вульфа, президента нашего фестиваля, но к нам также приезжает очень интересный ансамбль ударников из Любека, это тоже Германия. И они будут играть и вместе, и по отдельности. Приедет к нам впервые коллектив «Тотем», так они называются. Это три перформера, я думаю, что очень интересно, и тут понадобится очень большая, хорошая подготовка. Такая ретроспектива подачи всего нового, что происходит за год в мире. Это очень интересно. Мы видим новые инструменты, новые способы сочинения, новые способы мышления. Организатор мероприятия – Ассоциация «Новая музыка» при поддержке Одесской облгосадминистрации и городского совета. Генеральный медиапартнер – медиахолдинг 100%. Значительное количество музыки, которая будет исполняться на фестивале, это музыка украинских композиторов. Сегодня для нас это очень актуально. Если вы посмотрите на количество зарубежных участников, то, на мой взгляд, по-моему, это наибольшее количество зарубежных участников среди всех фестивалей, которые проводятся. А мы видим, как неистощимая изобретательность у строителей этого фестиваля. Они все время отыскивают и новые жанры, и новых исполнителей, новые инструменты. Это все нас обогащает, музыкантов обогащает. 23-й международный фестиваль современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки» традиционно начнется с концерта «Прелюдии» 21 апреля в Одесской консерватории. А первый день фестиваля стартует 22 апреля на гранд-сцене Одесской филармонии.